А, меня перекинуло куда-то в другую вселенную, блядь. А, где я, блядь? Что это было? Сука, нихуя меня заколбасило. Так, надо срочно принять, блядь, аптечку. Кто тут? Стой, стой, не убивай его, чё такое? Ладно, мразь, живи. Но на глаза мне больше не попадайся. Чё такое, пацаны, чё такое? Иди сюда. А, я тут. Напарника у бандитов. Давай со мной. Напарник. Место для засады. Да ты чё? Буду благодарен. Нихуя. Возвращаю. Нихуя, ты такой быстрый, блядь, да подожди-то, а это ты чё? Стой. Пацан, тебе помочь? Чё ты как? А, ну нахуй тебя тащить с собой. Бля, у тебя нихуя, у тебя ещё и артефакт валялся. У, заебись, сколько у вас тут народу. Так, есть кто ещё? О, бля, пацаны, ну ладненько, это вам всё равно уже нахуй не надо. Так, на, помочь, блядь, помочь, пацанчик побежал, говорит, бля, поможешь, говорит, я тебе нахуй денег дам, бля, немерено. Погодь, тут радиация, ёбаная туча, ты смотри там, чтобы не потемнело в глазах, как потемнеет, скажи мне. Я, может, другую дорогу выберу. Ух ты, сука, нихуя ты такой весь бежишь, блядь, и без экзоскелета, не устал, Пуля. Пуля долг. Пуля в долг. Сука, у тебя в твоем названии, блядь, В не хватает, буквы В. Пуля в долг. Уничтожить бандитов и спасти долговца. Так, блядь, начинается нахуй. Опять я один за всех, блядь. И все, блядь, против меня. Чё, ты мне поможешь, не? Сука, хорош танцевать, ты чё? Оп! На той стороне дороги. Они скоро появятся. Открывай огонь только после меня. Нихуя ты какой дерзкий, блядь. Ага. А, вот оно что. Сейчас будем спасать пацана. Окей. Так, а мне-то чё как? А что если я, блядь, как выпрыгну нахуй? Не? Нельзя? Ладно, хуй с ним, будем ждать. Шли минуты. Часы. Дни, блядь. Недели, а также столетия, блядь. Мы ждали этих пидорасов. Чё, давай, когда начинаем? Сука, они уже рядом. Оп-оп-оп-оп-оп, отбили! Чё не так? Чё не так? Чё, убили твоего пацана, да, пацика, убили? А, блядь, с него только тушенка осталась. Хуй это ты, блядь, во всем виноват, блядь, ты ёбнуть, что ли, сука? Блядь. Какой-то ты никакой, блядь, какой-то ты неповоротливый, сука, я, видишь, какое дело доброе сделал, двоих вальну нахуй, а ты, сука, чёрт поганый. А, там ещё один живой где-то, блядь, лазит. Нихуя себе. Я еще тут много чего интересного прихватил. А где этот ты хуй? Сука, сюда иди. Падла. Блять, а третий-то успел съебаться. И тишина нахуй. Блять, какая. Так, ладно, пошли отсюда нахуй. А что тут, блять, за фабрика нахуй? Фабрика какая-то стоит, хуй поймешь. Что там, может, тоже наши, не? А где этот хуй? А этот хуй чё, всё? Кстати, интересно, а что если его тоже ёбнуть нахуй, отнять у него, блядь, автомат? У него автомат неплохой, блядь, с прицелом такой, прикольный. Опа! На дереве какая хуйня растет. Слышь, блядь, уебан, может тебя забрать автомат, а? Ты где есть-то? Слышь, ты как? А? Давай-ка я с тобой сначала поторгую. Посмотрим, что там у тебя есть интересного. Блядь, а ты еще и не торгуешь нихуя! Ну ты сука конченая! Блять, ладно, хуй на него. У меня один хуй светит за какое-то задание. О, блядь. Ага, к двери хуй подойдешь. Странно, что в этом вагончике нет тайника. Обычно, блядь, они всегда засунут, блядь, туда, куда хуй войдешь. Ладно, так. Сейчас будем шмонать фабрику. Интересно, что за производство тут у них. Блядь, что производим, мужики? Есть кто живой? Так, там трактор. Тут, наверное, блядь, какой-то конвейер. Который подает, наверное, что-нибудь типа зерно, мука. Наверное, какая-нибудь хлебопекарня. Сука, пойдем доебемся. А, блядь, там тайник. Я так и знал, вечно, блядь. Куда хуй залезешь, там тайники. Так, сейчас посмотрим, блядь, где еще тут. Так, один есть, ага. А, нормально. Один пацик на заводе уже трудится. Блядь, нихуя себе, тут как все хуёво. Опасный уровень радиации, блядь, не опять шмаляет нахуй. Блядь, надо один раз нажать, так нет, блядь, получается 10. Ничего.
Зато шарнулся. Ширево тоже делал такое. Ага, труба. Труба нам, братцы. Так, сейчас посмотрим, что там у нас в трубе. А, здесь как раз нарисована зелененькая хуёвина. А, у меня аж автомат позеленел. Сейчас посмотрим, что там у нас. Забрать у Борова ключ от лаборатории. О, так тут у нас как раз оно и есть задание. Какого-то, сука, Борова забрать, спиздить ключ. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Оп, стоп, блядь, а чё, никого нету? А где лестница-чудесница? Ага, ага, патроны, о! До хера патронов. А лестницы нет, нам отсюда не вылезти. Так, ну что, лазим по трубам. Продолжаем лазить по стройке. О, сука! Ты чё нахуй? Блядь, за буханкой хлеба, блядь. Ну просто немножечко через другой ход такой черный, блядь. Сука! Хорош, блядь, я свой! Блядь. Так, все, пиздец, понеслась, нахуй. Меня, сука, срисовали, блядь. Завали ебало, нахуй. Все, пиздец, короче. Так, 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 сейчас будет веселуха. Сейчас начнется, блядь. Так, так, так. Хоп! Хоп! Ну чё, кто у нас там? Кто у вас тут самый борзый, блядь? Хоп! Я тут к вам так, через окошко нырну. Сука, так, я буду потихонечку, будем проходить стелсом. А чё это такое? Бля, походу это какая-то аномалия очередная. Где болт? Ха! Ох, нихуя! Вот это палево, блядь, нихуевая. Так, отлично, я все понял. Я все понял. А-а-а! Так, ну что, попробуем еще разок. Блядь, первый раз это, сука, нихуя не получилось. Эй, блядь. Так, 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 надо быть аккуратней. Че, если попробовать стелсом, нахуй? Ну-ка. Говорят, стелса нет, блядь, в сталкере. А мы посмотрим, вдруг есть, блядь. Где вы все? Падлы. Так, блядь, никого нету, нахуй. Посмотрим дальше, что у нас дальше по стелсу. Ну-ка, сейчас мы, блядь, поиграем в Хитмана, блядь. Ну-ка. Опа, отлично, есть один. Твою мать, блядь, нихуя, блядь, мне в башню дало так, нихуя. Отлично, блядь, нихуя уж получается-то, блядь. Говорят, стелса нет, сталки, какое нет, нахуй. Ще заебись, сейчас с финкой пойду, нахуй, на всех, блядь. Так, 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 блядь, на Химеру с финкой, блядь, залезу. Он еще один уходит, блядь, бродит. Падла, блядь. А, вон еще один. Ох, нихуя басота, сколько у вас там. Блядь, хуёвый прицел единственный, блядь, пиздец. Оп, тихо-тихо-тихо, я не хотел. Сука, а-а-а, ухо задел ему, блядь. Самое больное место задел, ухо, блядь. Чё-чё, по кому стреляем, пацаны, блядь, я тут. Куда ушли-то? Да ты чё, блядь, с обреза думаешь такой меткий, блядь? Дальность не говорили там с обреза, блядь, она маловато, нахуй. Ха-ха, пиздец, все-все-все, пошли. Я понял. Все, беру автомат, я понял, блядь. А, блядь, это не автомат. Сука, подонки. А, тихо. Не так быстро. А че у тебя за обрез? Ты че такой охуевший? Нихуя себе. Ты бы еще с километра попадал. Ты не охуел ли, поц? Совсем уже охуели, блядь, пидорасы. Да вы че, блядь? Я, блядь, в каких-то текстурах, нихуя себе. Игра против меня настроена. Как так, блядь? Давайте, пацаны, нахуй, быстренько ключами Борову кидайте. Я вас всех прощу, по одному. Ну кто там, блядь? Да ты там нахуй там, блядь, носишься. Сука, сюда иди. Ха-ха-ха, с обрезом, блядь, он ходит. Не, у него обрез интересный такой. Он стреляет, блядь, метров так с 200, наверное. Блядь, попадает, но... Пытается. Все-таки не долетает, но почти. Ну где ты, нахуй, пидра, пидра, блядь? Педагир, нахуй, ебучий. Иди сюда, давай я тебе расскажу, как стрелять надо. Где я тебя научу? Эй, ты гандонище, где ты есть-то, блядь? Сука, они все посъебываются такие. Ту-ту-ту-ту-ту, блядь, нихуя себе. Оп. Заходи, говорит, сбоку, блядь. Пошел ты нахуй. А, нет, не на, блядь. Блять, ну не на таком же месте-то, сука. А-а-а, тут оказывается дверь. То есть они как бы могут и отсюда зайти. Ебать, я куда-то зашел, не в ту сторону.
Не с той стороны зашел, пацаны. Че есть-то? А, так, ладно, батон, хуён, блядь. Потом. Батон со сгущенкой, потом, блядь. Тихо, тихо. А кто где ебашит-то так? Нихуя ты охуел, блядь! Я так подумал, ну и нахуй этот стелс, блядь! Пацаны, блядь! Идите вы нахуй, пизду, блядь, козлы ебучие! Сюда иди нахуй, пес! Я в рот ебал с вами тут нахуй в стелс играть, да? В натуре правильно говорят, блядь. Нету стелса, блядь, в сталкере. А-а-а. Тут ебошить надо, блядь, дай бог. А-а-а. Так, сука, что делать-то, блядь? Ох, у меня там что-то разлетелось. А, это стая ворон. Блядь, у меня самая сложная стоит хуйня. Уровень прохождения неебистический, вот так называется. То есть пиздить они меня будут просто постоянно, блядь. Ебать, как мне эту всю хуйню пройти? Мужики, я вообще, наверное, отсюда не выйду никуда. Давайте как-нибудь я вас так потихонечку валить буду. А, отлично. Первый есть. Так, первый есть. Неужели после каждого сохраняться? Да ну нахуй. Выходи. Сука. О, козлы, блядь. Они тут умные. То есть уровень сложности это, блядь, не только их дохуя, но они еще и умные. Отлично, блядь. Так, двое. Еще двое. Да, в прошлый раз я тоже двоих вальнул, остальные вальнули меня. Так дело не пойдет, нахуй. Надо что-то решать. С вышки, может, их завалить. Так, 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 так. Вон это хуй ходит, блядь. А! О, как хорошо получилось, блядь. Он сразу скопытился. Тым. Так, отлично. Так, так, так. Главное не напороться. Так, еще один есть. Ха-ха-ха-ха! Сука! Неужели я стал метким? После стольких смертей, блядь, наверное, уж надо как-то, блядь, надо думать. Надо уже как-то, блядь. Метким. Метким надо. Становиться. Ах, хули ты хотел, блядь? Он такой, ё-моё, нихуя, блядь. У меня пуля прям пробила мне башню. Нихуя себе, он такой охуел. То есть никогда попадаешь, они охуевают. Нихуя себе, блядь. Вот это да. Ничего нету, блядь, заебись. В общем, вот такая хуйня получилась нездоровая, я хочу сказать, блядь. Ха! Ха! Сука, меня кто-то еще опять же мочит. И все равно ведь кто-то мочит. Причем он меня видит, блядь, а я его не... Ты где, падла, блядь, ебучая? Так, пойдем через низ. А почему тут такое, блядь, красное? Кто-то обоссался кровью. Ебануться. Совсем так плохо было, пацаны. А, еще двое! Откуда вы их берете, блядь? А, вон, блядь, не мандражуй, ходит, блядь, не мандражует нихуя. Стоп. Главное, чтобы не вальнули меня тут нахуй сразу. Как у них так получается? У них патроны какие-то круче, чем у моих. У моих. У моего. Давай, давай, через дверь еще давай постреляем нам. Ах ты, сука, ах ты, падла! Выгрыз, блядь, да ну нахуй, блядь. Тихо, тихо, тихо. Хоп, 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 хоп. Чё, чё почём? Есть кто? Где-то второй еще должен быть, блядь. Так, 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 пока соберем, блядь. Хабар. Самое главное еще хабар собрать, блядь, сука. Так, нахуй. Автоматы потом, блядь, расчехлим. Так, 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 вот где-то хуй еще прячется в здании. Вон там, падла, где костер горит, наверное. А, их даже двое, походу. Ну, падлы, блядь. Так, ну-ка. Отлично, по-моему, все. Ну что, погнали. Сейчас идем опять в какое-то пекло, блядь. А этот хуй, кстати, желтый. Где-то же рядом, но, сука, он мне не помогает. Так, этих уже трое. А, блядь, так, так, так. Заодно собираем артефакты, тоже нихуёво. Сука. Сука, блядь, скоро я тебя кончу, нахуй. Да,
Давай, выходи, кончай уже, ёбаный рот. Блять, я бы найти, сука, падлу. Будем сейчас, блять, бегать тут нахуй. Булки мять. Выходи, сука, на, блять, на честный бой. Падла. Так, я запутался. Короче, они меня сейчас будут ждать. Где-то тут. Да ну нахуй, нихуя их народу, бля, вы че, ебанулись, пацаны? 4, бля. 5, 4, 4, 5. Опа-на, бля, вот тут облава сейчас будет на туре, нахуй. Так, этого я, бля, здесь завалил. Сука, у него только одна эта, бля, граната. А где у него эта хуйня, бля? Где автомат-то? Дайте пиздатый автомат. Опа, нихуя, бля! Нихуя мы такие сейчас друг на друга вышли. Отлично, блядь, хуя. А я половчее буду его. А у них тоже автоматы говно на самом деле. Я думал, у них хоть автоматы заебись. Хуйраны. Пип-пип. Пип-пип, блядь. Так, тут нет нихуя. Опа-на такой, блядь, нихуя, блядь, говорит, ебать. Вышел на меня. Так, 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 где ты, сука? Кто следующий? Ах, ну тут прям вообще нахуй, сука, тяжеловато. Так, 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 а кто стрелял-то, где он? А, вон он, блядь, я его прям кончил, так, да. Так, сука, сука, пас. Опа, нихуя, блядь, чё, кто тут базарит, нахуй? Сюда идем, наркоманы хуевые. О-о-о. Кто-то башню, блядь, такой чик-чик, нахуй. Ну-ка, бля. А чё, если так? Оп. Чё ты, на, чё ты, а? Ха-ха-ха, сука, блядь. А как ты думал, блядь, по-другому, нахуй? По-другому никак не получается. Не хотите вы по-другому, пацаны, блядь. Нихуя, 11 человек, вы чё, ебанулись? А, тут и никого нет. Да ладно, блядь, 11 человек, нихуя тут банда. Банда каких-то пидорасов. О, я чувствую, тут столько, блядь, хабара, что можно и не собирать. А, блядь, ты охуел? Тихо, тихо, блядь, я не подготовился, так, блядь, только вылетел, ну чух. Ну, чё ты? Ща, говорит, я, пацаны, говорит, тут все решу, нахуй. Ага, сейчас, блядь. А я тебе чё, так, что ли, нахуй? Вышел прогуляться? Ты по трупам посчитай, скольких я уже уложил, блядь, сука такой, выскочил у меня. Я уже тут положил, нормально. Нормально так. Сука, хуя тут радиация ебашит. Кондёха веселее, давай, блядь. Падла, иди сюда. Так, ну, блядь, здесь как... Кипиш пошел! Какой кипиш, нахуй? Давайте, блядь, договоримся, ладно, я так не играю, суки. Суки, я так не играю, хорош. На, меня пугает, блядь. Эй, пидорасы, где вы тут все? А, нахуй, ебать, да вы охуели, что ли? Сука, шалупонь, бля, ебучая. Вы чё? Так, 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 все нормально идет. Все идет по плану. Так, вас уже 9 человек, это уже радует. Нихуя ты, маслина, бля, иди! Так, 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 так. Это охуел, блядь, хуй ты там подкрадываешься? Не, ну, блядь, не дело, сука, тяжело играть, блядь, на сложной. А, сука. На сложном уровне-то тяжеловато, блядь, немножко, пацаны. Охуевшие вы сталкеры, блядь. Я, конечно, все понимаю, я-то один нахуй, этот хуй вообще меня не прикрывает, там падла, бля, ебучая. Так, здесь вроде все нормуль. Хоп! Так, ладно, будем собирать уже все только важное и ценное, блядь. Так, кто там еще, блядь? Так-то вроде бы больше, блядь, здесь наверху нету никого, да? Блядь, везде радиация, радиация, хуячая такая нездоровая, блядь. А где остальные-то, хуилы? Ибо автомат с них дали хороший, блядь, нет нихуя. Ни автомата ничего не дадут. Сука, блядь, бараны нахуй, сюда идите, блядь.
блядь. Падлы какие. Это если я упаду, я, наверное, разобьюсь, да, блядь? Неохота прыгать-то. Как-то. Я у него такой голос. Ага. О, хуя себе, заодно. Заодно и тайничок вскрыл. Вот он такой, за двориком лежит такой, блядь. Не при делах, нахуй, блядь. Я тут тайничок. Да, блядь, придется полазить тут. А как мне туда залезть-то? Этого я ёбнул, а, блядь, как залезть-то, хуй. А вовнутрь не залезть, блядь, сука, придется в обход. Что самое интересное, блядь, с глушака еще хуй возьмешь. Не всегда получается. Так, 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 меня уже тут тоже запасли, блядь. Опа-на, такие, блядь, опа-на, нихуя. Давай, зови своих, блядь, всех, нахуй. Давай, собирай, блядь, басоту. Сейчас валить вас всех тут буду. Через одного. Так, еще один есть. Блядь! Что-то крикнул там, блядь! Сука, сам ты, блядь! Напряженная какая-то тут волна. Нихуя, их 12 человек, блядь! Ебать, нихуя вас там народу, бля, пацаны, вы чё, ебанулись? Вали, вали его! Вали, говорит, нахуй его, блядь! А, сука, мне бы патронов на вас на всех хватило бы. Давай, выходи нахуй, сука. Я тебя уже сделал. Отлично, блядь, еще один готов. Так, ха-ха-ха. Это я все еще иду, блядь, до ключа к Борову к этому. Ебучему. Так, 8 человек. Блядь, они, сука, они опять тут размножаются каким-то делением. Падлы нахуй. Волыны к бою, блядь. Давай нахуй. Сука. А с фонариком еще хуже, они, блядь, меня вообще-то видят, блядь, где я. А, есть, блядь. Заебись, нахуй. Так, ну чё, кто тут, блядь? Чё, кого нахуй? У кого тут волыны к бою, блядь? Хоп-хоп. Что такое, блядь? Ага, отлично, блядь, Боров. О, выбраться с базы бандитов, отлично. Так. Чё такое? Уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй. А, дверь закрыта, ага, дверь заперта. Так, а где у меня ключ? Сука, где ключ, блядь? Никак не могу понять, где, блядь, ключ, сука, ёбаный. У этого хуя нет ничего. Боров враг, блядь. Ну, падла. Так, ладно, написано. А как мне, блядь... я все забрал оттуда. Ага, все понятно, значит, оттуда я все вынул. Все, все окей, я все понял. Ну что, погнали, теперь выходить отсюда как-то надо. Стаканье стоит, блядь, ебать можно. А почему, интересно, я никак не могу понять, почему здесь закрыто. Радость какая-то, хуядость, нон-стоп, энергетическая хуета какая-то. Странно, здесь почему-то закрыты, блядь, все эти хуйни. Хотя на деле все это, наверное, можно как-то взять, наверное. Вы слишком перегружены, чтобы двигаться. Ага, блядь, начинается, нахуй. Так, это выбросить, нахуй. Это тоже выбросить, пизду. Ну так как-то более-менее, да? Да, нормально. Еще непонятно, как это все берется здесь. А где эти фраера-то, нахуй? Постоянно там что-то идет, блядь, жалуется кто-то, что-то там, сука, нахуй. Ноет, блядь, говорит, что-то хуёво все, зарплату не дают, нахуй. Ты охуел там, что ли, сука? Давай, иди сюда, нахуй, падла. Да хули ты там, блядь, базаришь, блядь, пацанов уже нет твоих. Отлично, блядь. Так, кто следующий? Кричит заведующий. А, хули ты тут разбросал свои ласты, нахуй. Давай, блядь, батоны, все сюда, нахуй. Все, сука, на бочку, блядь. Нихуя у вас, ни у кого хорошего автомата нет, блядь. Все какое-то говно, нахуй. Сука.
Кого какие кранты, что ты тут орал, нахуй, падла, блядь. Так. Сколько вас тут еще пидоров, нахуй? Куда ты пошел, нахуй? Посадь, что ли, нахуй? Так, блядь, я уже в своей тени испугался, нахуй. Пацаны, блядь, пацаны, нахуй. Они кроме, блядь, пацаны больше нихуя вообще орать не могут, да? Так, один черт остался где-то, нахуй. Где-то, блядь, пидор. А, так тут я уже всех вальнул, тут уже неинтересно. Где-то мигает, где-то тут, блядь, лазит, нахуй. Уёба. Чё, где-то есть, нахуй. Хуйло, блядь. А ничего, нигде его нет. А, так это, наверное, уже мой, который остался. Все, можно выходить уже спокойно. Всех перестрелял. Ну вот как-то так, вот такая вот серия насыщенная получилась. Никак я не думал, что здесь такое месиво будет жареное. Просто пиздец какой-то. Блять, их все больше и больше с каждым разом становилось, блять. Одного убиваешь, двое появляются. Ну да хуй с ними, ладно. Так, что у меня по... Па-па-па-па-па-па-пам. Да нахуй мне уже ничего не надо. В принципе, все у меня уже есть. Чё ж, пойдем на выход. Ну что там, кто там? Кто там у нас? Где у нас этот хуй, блядь? Где-то тут обоссанный, блядь. Сидит, наверное, нахуй. Штаны сушит, блядь. Ха! Так, отлично. По-моему, я в верном иду направлении. Найти вход в лабораторию. Отлично. Ну а на этом и все. Сейчас посмотрим, где тут у нас еще валяется. Где-то тут, говорят, валяется что-то. А хуй наны. Ага, блядь, это походу нахуй тайник на крыше где-то. Сука, а, вот он. О, какой хуйни мы надыбали. И тайничок заодно нашли. Ну а пока всем пока, кто смотрел. Приятного просмотра, настроения. Подписывайтесь на канал. В группу ВКонтакте добавляйтесь, друзья. Всем хорошего настроения. Всем пока, до следующих встреч.